Так получается, что в последнее время я живу между двух столиц. И я очень дорожу Петербургом. И поэтому мне кажется, что лучшие программы и все лучшее, что мне происходит в жизни, мне хочется поделиться этим именно с вами. И я очень не хочу, чтобы вы когда-нибудь при любых обстоятельствах мне говорили «прощай». Не говорите мне «прощай», пожалуйста. Не говорите мне «прощай». Я помню, как мы повстречались, и целый день прошел в печали, и вечер предвещал тоску. Не говорите мне прощай. Я помню, как нашла случайно глаза, которые печально искали лето на снегу. Не говорите мне прощай. Вами. Я не хочу играть словами, и вы поверите мне сейчас. Не говорите мне прощай, скажите только, что согласны. Сказать одно лишь слово «здравствуй», ведь это мой последний шанс. Не говорите мне прощай, не говорите. Еще раз откровенно посмотрите. Согрейте сердце мне, прошу вас, трудный час. Не представляю, как я буду жить без вас. Моя судьба сейчас на волоске, и замок мой построен на песке. Не говорите мне прощай, я это слово ненавижу. Я вас нисколько не обижу, руки коснувшись невзначай. Не говорите мне прощай, не верю я, что вы бездушны. Мне ничего от вас не нужно, не говорите мне прощай. Спасибо большое.